что ты хочешь. Другие одень. Затея бегать по утрам, когда очень холодно, тупая затея. Она настолько тупая, хоть 30 раз на себя термобелье одень, все равно холодно. Но при всех этих минусах у вас все равно есть большой плюс. Потому что пробегая 2 или 3 километра, становится ну очень жарко. Сынок, это big problem in your life. When you was... Не-не, when you will. Ты перестанешь трогать камеру? Нет. Я не могу из-за тебя носок переодеть, парень. Это как фильм кадра из «Чужого», знаете, когда она бросается прямо в камеру, чтобы испугать вас. Что происходит, знаешь? Почему они там? У вас family look? Family look. Кончики? Вы меня снимаете, да? Привет. Ты издеваешься? Готовы, дети? И так вот несколько дублей, пока она не скажет «да». Вы... 2 hours later. Как вы поняли, мы ехали мимо детской площадки и... Где тапок? Потеряли. Он с горки съехал раз так 25. Я вам скажу, поподнимай 10 килограмм по 25 раз. У меня задышка лично. Хочешь показать всем свой паровоз? А что это у тебя во рту, чувак? А ну подожди. Вот этими штуками дети в основном и давятся, сынок. Не-не-не, она тебе точно не надо. Не уследил, и он эту штуку. А если подавился, была беда. Хочешь начать свой канал? Тебе достаточно будет этого телефона, чтобы начать. Итак, на 6 вечера надо заехать забрать инвертор, потому что в кемпинге, как оказалось... Его нет. Ты что, у мужа сперла машину или что? Немножко. Немножко? На время. Так, давай типа начнем с самого начала. Привет. Привет. Какого ты тут делаешь? Я когда готовил свой прицеп к кофе-продажам, я покупал инвертор. Но я покупал в этом магазине и могу сказать, что чувак, который мне продал, классный чувак, потому что мы здесь всем все и проверили. В принципе, как сейчас и будет. Итак, чем заканчивается эта история? Все, новый переобразователь едет в кемпинг и едет в кемпинг потом на Сумы. Потому что покупатели приезжают в Сум. Спасибо, пока-пока. Счастливо. Машина вроде как экономная, хватает где-то, если заправиться на 200 гривен, дней на 5. Неплохо. Привет-привет. В общем, мы сейчас на экране двигаемся в сторону площади, и дальше просто прогулка, если что. Мы сколько вместе живем, я не знаю, какое твое любимое кофе все-таки. Раньше латте любила, сейчас капучино перешла. А вот это матча? Матча тоже нравится.
Я ей нравлюсь. Ты типа мачо себя назвал? А как? Мачо. Мачо. Не льсти себе, милый. У меня лучшая жена, да? Реально стало теплее. Из-за стаканов или из-за того, что ты укуталась? Тебя понимаешь? Ты только что признался, что ты меня не поцеловал. Уже не ноет на камеру. У тебя сегодня просто миллион экранного времени. Ну а действительно, день был сегодня какой-то насыщенный.